Волжская центральная районная больница обслуживает порядка 60 населенных пунктов. Непосредственно в Южном городе действуют два отделения ЦРБ. На базе одного из них открыли ковидный госпиталь, который действует и сейчас. Потому важно убедиться, что первичная медицинская помощь в Южном городе остается доступной каждому. На это направлено выездное совместное заседание Общественной комиссии по здравоохранению областного законодательного собрания и профильной комиссии Общественной палаты региона под руководством Марины Седухиной. Сегодня мы работаем в поликлинике «Южный город 1». В первую очередь это, конечно, чтобы прийти ко времени, чтобы человек не ожидал долго очереди, чтобы встретиться с врачом и проконсультироваться или же попасть на прием. И сегодня мы увидели абсолютно нормальный логистический процесс. Осмотрели поликлиническое отделение, дневной стационар и прививочный кабинет. Уделили внимание разделению потоков пациентов с температурой и без. Что важно, оставить свой отзыв о качестве условий предоставляемых медицинских услуг может каждый. Каждый житель Самарской области может зайти на сайт Минздрава Самарской области и заполнить эту анкету, в которой может выразить свое мнение и оценить качество условий предоставляемых услуг медицинскими организациями, в которых он обслуживается. Такие совместные выездные заседания в медицинские учреждения региона будут продолжаться. Ольга Хамракулова, Сергей Баскин. События.